4,7 миллиарда – это жилье, 1900. Это региональный план? Да, это... Там работа идет в смене. У нас при необходимости минимум миллион, а нужно в четверо увеличить. Почему не сделать в Татарстане, учитывая нашу экспертизу, учитывая те IT-мероприятия, которые мы проводим по всем городам, в этом году мы 12 городов объехали. Мы бы построили второй технопарк, но мы подумали, зачем это делать, поэтому родилась эта идея. И Николай Анатольевич, когда эту идею вместе с Рустамом Григорьевичем начинали еще в конце 2010 года, эта идея сейчас имеет вполне осязаемую и наполняемую точку. Значит, здесь идея построить экосистему, которая стоит из трех основных вещей. Это университет, это образовательный, это первый в России компьютер-сайенс университет. Более того, с Ливановым от Минкомсвязи находится человек в рабочей группе по выработке стандартов этого образования. Технопарки первые, понятно, вот Игорь говорит, создание экосистемы. Без этого не получится. В Алабуге сколько лет люди мучились. А в Алабуге поднялись цены на аренду жилья, потому что туда приезжали люди со всей страны, не иностранцы, не могли не получить ни нормальных условий, ни нормальных квартир. Поэтому люди строят и жилье, и школу. Здесь таких проблем не будет. Плюс это огромная точка приложения усилий, как аккумулятор для инвестиций в области девелоперских проектов. Могут функциональный центр на 40-50 тысяч квадратных метров. Это сердце города. Жилье малоэтажным, многоквартирным. И вот этот комплекс улиц и так далее, они могут. Я бы хотел такую однюшку. Однюшка-то?